Здорово, с вами я, Жека, и добро пожаловать в очень страшную игрушку под названием «Яйца для Барта». Вот вы же все смотрели мультик «Симпсоны». Это абсолютно безобидный мультик про всяких желтых человечков, и в принципе в этом мультике нет ничего страшного. Но эта игрушка просто пипец какая страшная. Поэтому если вы боитесь различных хорроров, то я вам советую приготовить горшок, потому что сегодня вы будете откладывать очень и очень много кирпичей, так же, как и я. И если вам нравятся хорроры, то прямо сейчас влепите лайкусик. Если под этим видео будет много лайков, то я продолжу снимать страшные игры на свой канал. Честно говоря, я вообще не фанат «Симпсонов», я смотрел только пару серий, и поэтому я, может быть, буду не понимать, что здесь происходит, но в принципе это и не важно, потому что обычно в хоррор-играх и нет никакого сюжета, здесь просто творится абсолютный трэш и страшные вещи, понимаете? Да-да-да. Смысл этой игрушки достаточно простой, нам просто нужно собрать яйца для Барта. Барт — это такой персонаж из «Симпсонов», если вы не знали. Я не знаю, что тут вообще будет происходить по ходу игры, но судя по описанию, эта игрушка очень страшная. Господи, спаси мою грешную душу, пожалуйста, я не хочу сильно пугаться. Фух, ребята, я надеюсь, что ничего супер страшного не будет, и мы будем с вами начинать. Тут также, кстати, есть две главы, и я не знаю, смогу ли я пройти обе главы за сегодняшнее видео, но если не смогу, то я сделаю вторую серию, если будет много лайков. Короче, все, меньше слов, больше дела, мы нажимаем «Новая игра». Воу! Что происходит? Это было страшно. Игра еще началась, я уже обосрался. Тут написано, что они бьют его. Ага, ну, короче, мне нужно зайти в этот дом и искать там яйца. Хорошо, я вас понял, я иду в дом. Такс. У меня есть какой-то фонарик, я играю, как я понимаю, за Гомера. Я должен здесь найти какие-то скрытые яйца, которые есть в этом доме. Подождите, а как бы вообще, почему это хоррор? Типа, меня сейчас кто-то будет убивать? Я должен, типа, как-то тихо ходить? Ну, окей, я буду ходить вот так вот на корточках. Я надеюсь, что меня никто не услышит. Ага, я что-то нашел. Нужно нажимать на Е, чтобы посмотреть. Опа, тут ничего нету. Ладно, идем дальше, ребята. Идем дальше, спокойно, спокуха, спокуха. Я на самом деле вообще не знаю, где нужно искать эти яйца. Мне никаких подсказок не дали, но как я понимаю... Так, стоп. Стоп. Что происходит? Я слышу, как кто-то идет. Кто идет? Не понял. Что такое? Мне это очень не нравится, ладно. Окей, давайте будем потихонечку уходить от этих звуков, от этих шагов. Мне кажется, что если я тут буду долго засиживаться, то меня просто сожрут. Я не знаю, что вообще в этом... Чего? Чё он заорал? Чё он заорал? Он же сейчас нас палит. Гомер, ты дебил, блин. Тут какие-то... А, смотрите, я нашел одно яйцо. Я нашел одно яйцо, нам осталось найти всего лишь 5. Окей, хорошо, продолжаем искать. Ищем во всех ящиках. Отлично, 2 из 6, ребята, осталось еще 4. Так, в холодильнике может что-то есть? Нет, в холодильнике ничего нет. Насколько я помню, в самом начале этого дома я видел какой-то второй этаж. Может быть, там что-то есть? Давайте попробуем туда забежать и посмотреть. Возможно, там я что-нибудь найду. Так, проверяем вот здесь. Тихо, тихо, тихо. Блин, пока что я вообще не вижу никаких монстров. И, в принципе, ничего страшного в этой игре пока что не происходит. Ну, мне кажется, это только пока что. Это все только пока что. Это вот мне так специально. Хотят вначале показать, что ничего страшного нет. А потом как они меня испугают. Я наложу штаны и удалю эту нахрен игру. Так, ладно, окей, я вижу лестницу. Давайте попробуем залезть на второй этаж. Я надеюсь, что там меня уже никто не поджидает. Потому что если меня там кто-то поджидает, то будет, это будет достаточно не круто. Так, смотрите, я вижу... что за хрень? Почему я падаю с лестницы? Тихо. Так. Фонарик, фонарик, почему погас фонарик? Я вообще ни хрена не вижу, что происходит. Ну окей, заходим в эту комнату. Тут у нас есть какая-то кровать. Хорошо, давайте посмотрим, вот здесь может что-то есть. Пожалуйста, пожалуйста. Да, у меня три яйца, или у меня и было три яйца, что-то я не помню. Ну окей, мне нужно... Bring me... Ты, мама твоя, дебил! Меня только что напугала моя жена. Не, мне, конечно, многие говорили, что женитьба это очень-очень плохо, что не нужно ни в коем случае жениться, что бабы зло. Но чтобы настолько... Да... Ладно, окей, попробуем. О, господи, как это было громко. Я сейчас чуть вообще не оглох. Блин, вы только посмотрите, как я странно нагинаюсь. Я в темноте не видел, как я хожу. Вы посмотрите, просто наш Гомера. Почему у него плоская жопа? Вы видите, что у него плоская жопа? Тверк, 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 тверк. Let me see the booty bounce. Так, хорошо, ладно. Давайте попробуем еще раз зайти в этот дом и поискать яйца. В принципе, я тут уже
некоторые знаю, где лежат. Вроде бы первое яйцо. Вот, смотрите, пианино. Я могу в нем играть? Окей, первое я видел вот здесь. Давайте мы попробуем вот тут снова поискать. Нет, тут, а сейчас тут нету. Они что, в рандомных местах, что ли, спавнятся? О, нет, о, нет. Так, я вижу телевизор. Телевизор можно включить? Телевизор нельзя включить. Хорошо, давайте посмотрим здесь, может, что-то есть. Пожалуйста, мне нужно яичко. Хорошо, я взял одно яйцо. Это, в принципе, уже неплохо. Так, тут ничего. А может, тут что-то есть? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы слышите? Она как будто бы прям рядом с нами. Жена, сгинь! Сгинь, нечистая сила! Я слышу, как будто бы она ходит прямо возле нас. Я ее не вижу. Ну, это, в принципе, хорошо, что я ее не вижу, но... Блин, мне страшно, мне жутко страшно. Хорошо, ладно, давайте посмотрим вот здесь. Печки. Ага, у меня три яйца. У меня уже три яйца? Каким образом? Я ж только одно нашел. Нормально? Опа, четыре яйца, ни хрена себе. Пожалуйста, давай, может, нам даже не нужно будет на второй этаж подниматься? Нет, походу, все-таки нужно. Ладно, давайте попробуем сюда зайти. Посмотрим, что у нас тут есть. Какие-то... Еще какая-то дверь, что ли, или что это? Что происходит? Я вообще не понимаю. Вот дверь-то закрыта. Это тоже дверь закрыта? Окей, тоже дверь закрыта. Видимо, нам в любом случае придется забираться на второй этаж, потому что без этого, как я понимаю, вообще никак. Ой-ой-ой-ой. Тихо, аккуратно. Вот тут смотрим. Быстренько, 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 быстренько! Тут тоже ничего нет. Может быть, тут что-то есть? Тут тоже ничего нет. Я боюсь забираться на второй этаж. Там вот эта падла сидит. Ладно. Тихо, тихо. Где это падла? Где это падла? Хорошо, давайте попробуем пойти в какую-то другую комнату. Например, вот в эту. Опа. Опа, 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 ча. Отлично. Вот тут что-то есть? Тут ничего нет. Может тут? Может тут? Нет, тут тоже ничего нет. Капец, она сейчас по-любому сюда придет. Я чувствую. Это я открыл или это она открыла? Я боюсь! Я очень боюсь, ребята! Так, ладно. Тут мы можем посмотреть? Тут я тоже ничего не могу посмотреть. А что вообще на втором этаже делать, раз тут даже ничего посмотреть нельзя? Может, тут можно? О, тут можно. Пожалуйста, пожалуйста, пусть тут будет яйцо. Ничего нет. Охренительно. Может, тут? Пожалуйста. Ну, плиз. Да тут тоже ничего нет. Где мне еще есть эти яйца? Тихо. Тихо, вроде пока никого нет. Все хорошо. Тут тоже нельзя смотреть. Тихо, 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 тихо. Она здесь! Она здесь, ребята! Она... Ух, это было очень страшно! Она зашла и ушла. Так, все отлично. Раз она меня не заметила, можем пойти дальше. А может быть... Я могу выключать фонарик! А, то есть, когда она будет заходить, я просто буду выключать фонарик, и она меня может не заметить. В принципе, логично. Так, тихо. Это падла тут. Аккуратно. Аккуратно. Пожалуйста, пожалуйста. Тебя ж тут нету, все хорошо. Все просто великолепно. Аккуратненько проходим вот в эту комнату. А, тут мы уже были. Окей. Тогда давайте пройдем вот в эту комнату. Надеюсь, ее там нет. Аккуратно. Аккуратно, просто. Аккуратненько проходим, ребята. Тут никого нету, все нормально. Нам осталось всего лишь два яйца забрать, вы понимаете? Два яйца мы забираем, и все. Мы сваливаем из этого дома. Опа, ага, отлично, у нас 5 из 6. Осталось последнее яйцо. Где я еще не был, нужно подумать. Я боюсь, блин, сейчас выходить из этой комнаты. Она по-любому сейчас сюда придет, и мне крышка будет. Так, тихо, может тут что-то есть? Ничего нет. Ладно, хорошо. А, подождите, я еще вот возле кровати вроде не проверял. Надо проверить. Вот, тихо. Тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, тут вроде бы никого нет. Окей. Твою мать! Вообще не страшно играю, вообще никак это не испугался. На самом деле, просто... Я должен найти эти сраные 6 яиц. И вообще, как бы... Bring me eggs. Пошла в сраку, пошла в сраку, пошла в сраку, пошла в сраку! Капец, мне оказывается, в первый раз очень даже повезло. Я сейчас уже почти, блин, все посмотрел. Посмотрел весь почти второй этаж и нашел всего лишь 2 яйца. И еще даже немножечко первый этаж посмотрел.
Это просто капец. Это просто капец. Где эти все яйца прячутся? Так, тихо, аккуратненько. Давайте посмотрим, есть ли она тут. Да, она тут. Тихо. Куда она пойдет? Мне нужно понять, куда она идет. Ага. Кажется, она пошла на первый этаж. То есть я могу аккуратненько зайти вот сюда. Все, отлично. Теперь давайте все здесь проверим. Так, здесь нельзя ничего смотреть. Подожди, она, кажется, сюда идет. Мне кажется, ли она сюда идет? О, 3 из 6. Нормально, 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 нормально. Так, проверяем здесь. Плиз. Плиз. Опа, 4. 4, 4 есть, ребята, 4 есть. Осталось аккуратненько спуститься на первый этаж. И каким-то образом там найти еще 2 яйца. Потому что второй этаж я, по идее, весь посмотрел. Где? Где эта тварь? Ага, она поднимается сюда. Она поднимается сюда. Давайте мы аккуратненько спрячем. Bring me and... Ну, сука! Ладно, вначале, ребята, смотрим весь второй этаж, потом идем аккуратненько на первый. Так, я нашел уже 2 яйца, в принципе, неплохо. Хотя мы с вами посмотрели всего лишь 1 комнату. Так, ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Где эта тварь? Где тварь? Где тварь? Ладно, окей, забираем сюда быстренько и прячемся. Где тварь? Ладно, забегаем сюда и прячемся. Она тут! Она тут! Твою дивизию! Bring me eggs! Пожалуйста. Ой-ой-ой, это падла здесь! Она забралась на второй этаж! Ой-ой-ой. Где я вообще? Что происходит? Что творится? Ага, вот. Bring me eggs! Пошла в страку! Пошла в страку! Ладно, ребята, вот такая вот была у меня первая серия по Симпсонам, по хоррору в Симпсонах. Если вам понравилось, то влепите большущий палец вверх. Если будет под этим видео, давайте хотя бы 20 тысяч лайков, то я сделаю вторую серию. Ну а если 20 тысяч лайков не будет, то я вторую серию делать не буду. Ух! Так что, короче, все зависит только от вас. Если хотите, чтобы я еще помучился, ставьте ваши лайкусики и обязательно подписывайтесь на канал и на мой инстаграм, потому что в инстаграме я провожу прямые трансляции, лайкаю подписчиков, а также выкладываю фоточки и истории, ссылка есть в описании, обязательно посмотрите и подпишитесь. Напишите в комментариях, как вам игрушка и сколько раз вы испугались, потому что я... Меня уже, блин, потряхивает, мне очень страшно. Ненавижу хоррор-игры, но вам они нравятся, поэтому я их снимаю. Спасибо всем еще раз большое за просмотр, всем удачи и всем пока! We'll be right back.